В студии 25 часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства России сегодня. Добрый вечер, Вероника Юрьевна. Добрый вечер, Алексей. Ну что, Америка вернулась, дипломатия вернулась. Так начал свою речь Джо Байден. На чем бы мне хотелось это остановиться? Интересное заявление. Он говорит о сотрудничестве, при этом отмечает, дни, когда США уступают перед лицом агрессивных действий России, прошли. Когда это они отступали? И когда это Россия действовала агрессивно в отношении Америки? Хотя, по его словам, мы, оказывается, покушаемся на американскую демократию. Это что, предыдущие 4 года они сидели и терпели эту нашу агрессию? Мы пропустили, вероятно, те дни, когда Россия угрожала Соединенным Штатам. Ну, конечно, нет. Ну, абсолютно так. Как вы сказали, Америка возвращается. Возвращается она со своими традиционными пряниками и кнутами. Ну, и также с выкручиванием рук. Да, Соединенные Штаты, говорит Байден, будут бороться с устремлениями России и КНР в противостоянии Вашингтону. Но еще при Бараке Обаме, и это продолжилось при президенте Трампе, была объявлена военными конкуренция великих держав. Если в 2000-е годы самым важным приоритетом была борьба с терроризмом, то в 2010-е и дальше Америка возвращалась действительно вот к конкуренции такой, в традиционном смысле слова. И сейчас она будет гораздо более жесткой, потому что Байден действительно жестко говорит. Нас признали, конечно, есть чем гордиться, равными конкурентами. Мы практически равны Америке, хотя, в общем-то, как-то ощущение счастья в воздухе далеко не разлито. Здесь еще такой вопрос. Авторитарный Китай, Россия, который покушается на демократию, в отличие от Трампа, он будет жестко противостоять. Какие инструменты будут применяться? Говорил он максимально широко, как обещала наша любимица Джен Псаки накануне. Какие конкретные инструменты? Понятно, объединение всех демократических сил мира. Как он говорит, у демократии снова вырастут мускулы. Что они будут делать? И что же этими мускулами будут делать? Мускулы есть разных видов. Есть мускулы военные. И, конечно же, вот эта политика наращивания военного потенциала против России продолжится. Ну, хорошо, по крайней мере, что Байден прекращает перевод американских войск из Германии Польшу, что собирался сделать Дональд Трамп. Вот это маленькая хорошая новость. Но, естественно, и в Европе уже столько американских военных ресурсов, что могут быть добавлены и дополнительные, но и сейчас уже достаточно. Во-вторых, средства экономические. Экономические санкции пока о снятии речь не идет и вряд ли пойдет. Об этом речь. И, наконец, риторика, словесные средства. Да, здесь, наверное, давление будет повышаться, но, опять же, это не будет какой-то зашкаливающий уровень, потому что мы ко всему к этому уже привычны. И знаете, что вот в том, что заявил Байден в этот раз, нет ничего экстраординарного. Это действительно нормальное состояние отношений с Америкой для любого государства, которое утверждает свою самостоятельность. Так что вот эта конкуренция действительно великих держав, в которых мы активно участвуем, так оно и будет разворачиваться дальше. И это норма. И все-таки, видимо, есть надежда на то, что Байден не лукавит, когда говорит, что дипломатия вернулась. То есть это будет не откровенное хамство Трампа. Ну, хорошо, нам он открыто не хамил. Он хамил скорее своим партнерам. Все-таки на дипломатическом треке мы увидим, наверное, больше усилий со стороны Америки, чем в предыдущие 4 года. Да, это будет нормальное взаимодействие. Надо сказать, все-таки продление договора СНВ-3 – это очень быстрый и конструктивный старт российско-американским отношениям при Байдене, потому что мы даже не ожидали, что это произойдет так легко, но все условия России были приняты. Наверное, так случилось потому, что и подписанный в 2010-м договор, этот договор разрабатывал сам Джозеф Байден, тогда договор был подписан президентом Обамой и президентом Медведевым, но и очень хорошо, что, по крайней мере, вот этот крупный военный вопрос закрыт позитивно на ближайшие 5 лет. Ну что ж, наверное, не самый плохой старт. Хорошая рабочая ситуация. Благодарю вас, Вероника Юрьевна. В студии 25 часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства «Россия сегодня».